Что это у тебя за инсталляция такая? Угу. Что? Возмущенно, возмущева такая. А ты чего щеки надула? Ой, страшно. Ты что, меня выгонять хочешь? Ой-ой-ой, а зачем? Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Да? Угу. Зря я сюда пришла. А то что? Угу, чего ты, Юль? Сейчас мне руку откусит. Думаю, что всякие люди там ходят и что-то делают. Скажи, злятся, у. Зачем ходят, зачем делают? Они домик красят. В стойке. Ну, мне-то можно. Да, пугова такая. Все вкусное съела. Ёль. Егор сделал специальные штучки, которые... Я не помню, это шаблон такой, который просто на коже выбивает нужную форму. И это форма ёлкиных, да, путинок. И надо ей попробовать потестировать эту штучку и сделать себе новые манжетки, да, на лапке. А то кто-то старый и все, я не знаю, как это назвать, измусолил. Да, Юль? Я не представляю, как менять ей путинки здесь, но, наверное, надо будет ее забирать в помещение и там менять, а то бегать за тобой по полу. Угуа. Какую-то большую погадку потеряла. Вообще. Это была очень большая крыса. У нас тут коллекция. Игрушка твоя. Скажи, я знаю, это я ее туда положила. Ой. Как твоя орхидея поживает? Ой. Ее накрыли совой. Да уж, она очень поживает. Ну, вроде это живая. Вот тут еще одна. Короче, они тут есть, но им не посчастливилось по соседству иметь сову, которая кладет на них сову. Скажи, моя сова, что хочу, то их делаю. Гва. Юль такого не ожидала просто. Подстава здесь. Да подстава, да вообще. Она уже прям видит, как. А в какую сторону? Вверх. Ее местные матным словам научили, так что это. Пенечек. А я что? У нее лицо просто такое фееричное. Что, Юль? Чего? Закошмарили, да? Возмутительно, скажи, да? Ходят тут всякие. Ну что? Да, жалуешься. Да-да-да. Куда? Я туда не дотянусь, да, пенечек, Юль?
Стяжечки добавить.